Белорусы одерживают вторую победу на чемпионате мира по хоккею. Несколько минут назад завершился матч нашей сборной с командой Венгрии. В каждом периоде наши хоккеисты забросили по одной шайбе. Итог 3-1. Отличились Никита Феоктистов, Евгений Лисовец и Джефф Плат. Соперник ответил лишь одним результативным броском ближе к концу встречи. Беларусь сейчас набирает 6 очков и делит первое место с командой Южной Кореи. Сегодня азиатская дружина была сильнее Словении 5-3. Следующий поединок на чемпионате мира в Казахстане белорусы проведут в четверг, 2 мая, против команды Словении. Желаем им удачи.